Доброго здоровья, друзья! Перед вами бывшая лохматая счастливая душа. Ребята, кто узнает? Это Лима. Помните, какой страшный пост был о девочке? Бездомный ребенок лежал на обочине. И один из уродов возле ребенка бросил петарду. Она с перепугу рванула на трассу и сразу попала под машину. Семья, ехавшая следом, увидела это. Мой самый низкий поклон семье, кто спас Лиму в тот момент и смог довести ее до клиники. И теперь, друзья, этот ролик от начала до конца о том, какой может быть судьба у бездомного зверя. От имени Лимы, которой вы уже спасли жизнь и довели ее до счастливого конца. И от имени тех, кто еще смотрит на вас с надеждой. Спасибо, друзья. Благослови вас Бог.